В связи с Новруз Байрамы Баку и регионы посетило множество туристов из разных стран. По информации туристических компаний, на 19 марта в отелях республики было зарезервировано 95% мест. Большинство туристов, прибывающих в эти дни в Азербайджан, это граждане Турции, России, Ирана, государств Персидского залива и других азиатских стран. По мнению специалистов, растущий поток туристов из разных стран связан не только с праздниками, но и с тем вниманием, которое государство уделяет развитию и совершенствованию туриндустрии, повышению ее качества. Для приятного отдыха и времяпрепровождения туристов, приезжающих в Азербайджан, организованы самые разные мероприятия, фестивали, в том числе фестиваль Новруз, который позволил гостям столицы поближе познакомиться с традициями и обычаями Азербайджана.